день работать сегодня. Может, пойдем арбузы выбирать? Пошли. Тем более лето, август. Уже август. В августе самые вкусные арбузы. Ну, так нам всегда говорили. Сколько арбузов? Откуда вы их привезли? Из Дагестана привезли арбузы. А как их выбирать? Расскажите нам. Дырки есть. Когда вот здесь маленький, когда который большой, это будет очень сладкий. Ага, понятно. Таким образом, у спелого арбуза в месте, где у него бывает хвостик, я правда не знаю, как оно называется по-научному, сердцевинка должна быть более круглой, впалой, и даже допускается пожелтение кожуры в этом месте. Это значит, наша крупная ягодка созрела и уже готова порадовать нас сладким вкусом. Первый лайфхак понятен. Арбуз может быть маленьким, но все равно очень сладким. Да-да-да, будет. То есть не зависит от размера. А еще знатоки умеют по арбузу правильно стучать. Но это целая наука. Будем учиться. И заодно проверим наш первый лайфхак. Разрежем арбузик с впалой сердцевинкой. Боже, как красиво! Ну что, пробуем? Дегустация. Очень сладкий. Ой, друзья, нам подарили арбуз! Предлагаю съездить в еще одну точку и там тоже поучиться выбирать. Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос. Но мы с вами уже выяснили, что по арбузам все-таки стучать нужно, чтобы понять, вкусный он или нет. Сейчас попробуем. Не ладонями вот так стучать надо. То есть мы неправильно стучали? Да, естественно. Нужно либо двумя пальцами, либо этим местом вот так стучите, и звонкий звук должен быть. То есть, если он звонкий? Спелый, вкусный, сладкий и хороший. Ага, вот мы и добыли второй лайфхак. Стучим костяшками пальцев, правда, тут нужно еще свой слух на музыкальность проверить. Ну или шумомер в помощь. Второй лайфхак определен. Счастливый обладатель арбуза. А вы обычно как арбузы выбираете? Какие советы? То есть полагаетесь на советы? Ну, конечно. На самом деле не первый раз здесь берем. То есть всегда сладкий? Ну да, да, отличный. Особенно супруга обожает их. Август – это самое то время, когда нужно кушать и покупать арбузы. А не то, что в июне, либо в марте. Сколько стоит арбуз? Астраханский 65, дагестанский 50. Кстати, друзья, арбузы тоже бывают разных сортов и видов. К примеру, астраханские, они более вытянутые, дагестанские более круглые, но на самом деле вкусные и те, и те. А вот еще один совет. Узнать сорт арбуза и погуглить, когда же он созревает. Да, не все арбузы зреют к августу, есть и более ранние сорта, например, «Подарок солнца» или «Продюсер» – сорт с необычным телевизионным названием, раннеспелый, урожай собирают через 55 дней с момента появления первых всходов. Мы сегодня и поработали, и арбузы научились выбирать, и, конечно, вкусно поели. Ну, удачный день, еще бы, ведь сегодня 3 августа – Международный день арбуза.